Наша атомна генерація електроенергії. Тобто ми розуміємо, що це більше 50% в принципі електроенергії, яку зараз видобувають на Україні. І от з вашої точки зору, що зараз з нашими АЕС? Тому що ми розуміємо, що вони ще будувалися при Радянському Союзі. І там дуже великий процент вже... Що робити з цими електростанціями? Амортизація і інше. Ви, звісно, з місця в кар'єр. Я навіть не чекав такого вопросу, прежде всего, або в початку. Ну, как говорится, все-таки здравствуйте и спасибо, что пригласили. Я, наверное, вашей передаче впервые. Что касается состояния ядерной генерации Украины. В целом, несмотря на то, что последняя станция была введена, последний блок был введен в эксплуатацию, чтобы, не дай бог памяти, еще в начале 90-х, уже после развала Союза, но строился он во время Союза. Да, уровень амортизации значительный, и есть к этому вопросы. В целом, отрасль работает достаточно стабильно. У нас за последние годы, если взять по шкале МАГАТЭ, есть соответствующая шкала МАГАТЭ, инцидентов, которые имели бы ядерный характер и характеризовались бы как имеющий, как ядерный инцидент, не было вообще. Последний был, если не ошибаюсь, аж в начале 2000-х, и то он имел там, ну, по шкале был всего лишь 1-2 балла имел, то есть это несущественный инцидент. То есть не было никаких существенных ядерных инцидентов, которые могли иметь влияние на ядерную и радиационную безопасность. Это первое. Другое дело, что в последние годы, это особенно характерно для... может, даже не 19-го, а 18-16-го года, 16-18-го годов, наблюдалось большое количество отказа оборудования в неядерной сфере. Это трансформаторное оборудование, иное оборудование, которое не касается именно самого ядерного реактора. Там есть объективные факторы, субъективные. Объективные были вызваны, вот вы начали с того, что атомная генерация вырабатывает 50 и более процентов электрической энергии, и эта доля уже при специфике тех блоков, которые строились в советское время и проектировались, она сложна для маневрирования энергосистемы. И насколько я понимаю, вот некоторые режимы, которые задавались для блоков атомных электростанций диспетчерами, а их строит диспетчер внешней компании «Укрэнерго», они были, точнее, они провоцировали и в конечном итоге могли спровоцировать отказы оборудования в неядерной сфере, вот прежде всего трансформаторы, генераторы. Ну, то вымогали больше электроэнергии, чем запрограммованные. Ну, не совсем так. Просто смотрите, как бы ядерный блок, так вот по-простому, советского дизайна, которыми оснащены все наши станции, он проектировался на работу в базовом режиме. Его очень, им сложно поднимать мощность, точнее сложно, это все возможно. Но это таит за собой ухудшение экономики компании «Энергоатом», выгорает топливо быстрее, чем должно было быть. Он работает в не совсем проектных режимах. И плюс, по всей видимости, вот все эти истории, которые в неядерной, скажем так, в неядерной части всего этого хозяйства, атомно-электростанционного, вот они имели место быть. У нас был целый ряд отказов оборудования, и сейчас, кстати, часть блоков работы не работает, в том числе по причине того, что произошло. Был очень неприятный инцидент летом прошлого года на Хмельницкой станции. По отдельным оценкам, общий урон или убыток, хотя была создана соответствующая комиссия, я не видел результатов работы ее, ну, наверное, они должны быть, не знаю, будут ли они предъявлены обществу. Так вот, общий урон от того, что там вышел из строя трансформатор, оценивается порядка в 1 миллиард гривен украинских. То есть, ну, это... Слушайте, там непонятно, что случилось. Что-то якобы забыли после ремонта. Есть основания говорить, точнее, есть предположение о том, что это могла быть и диверсия. Кто может, кто знает. Комиссия из квалифицированных специалистов Министерства энергетики, самого «Энергоатома», я думаю, госатомрегулирования, вероятно, еще специальных служб, которые тоже имеют к этому отношение, должна установить истину. Но в целом, повторюсь, в ядерной части все достаточно стабильно. Все-таки после Чернобыльской аварии в украинскую ядерную энергетику, опасаясь повторения возможного, именно в безопасность вложили сотни миллиардов евро, в том числе кредитных денег. Есть большой кредит Евроатома, который до сих пор, в рамках которого осуществляется повышение безопасности работы украинских станций. И тут я не вижу ничего критического. Другое дело, что вот есть проблемы в ядерной части, есть проблемы с экономикой «Энергоатома».
Есть иные проблемы. Ну, вот сейчас, если хотите, может, отдельно о них поговорим. Я не знаю, сколько стоит так глубоко в эту тему. А от щодо все ж таки обладнання, ми розуміємо, що обладнання, яким забезпечені наші атомні електростанції, воно вироблялося в Радянському Союзі. Дуже багато підприємств вже збанкрутували і їх порізали та вивезли на металолом до Турції. Така ситуація, як і в Росії, і в Білорусі, і в Україні тим паче. Тобто, чи не здається вам, що оця проблема, саме обладнання, яке знаходиться в нас зараз на атомних електростанціях, його просто нічим замінити, і треба робити якісь інші аналоги, чи десь за кордоном його купувати, потім як воно буде сумісне чи не сумісне з нашими атомними електростанціями. Нічого мега-унікального там нет. Более того, зараз стоять питання определені по заміщенню того оборудования, которое ставилось еще в советское время, там, аналогами производства иных компаний, то есть большие проекты компании Westinghouse, они же не только топливо поставляют, в общем, там есть попытки заменить. Другое дело, сколько это экономически будет обосновано, потому что Энергоатом во многом из-за политических причин, особенно при каденции президента Порошенко, по сути, полностью разорвал взаимоотношения с российской ядерной промышленностью в целом. Там огромный комплекс, он не сопоставим с украинским. В Украине толком там-то ничего не делали. В России огромный комплекс, работающий комплекс, который мало того, что строит реакторы, он осуществляет десятки проектов по всему миру под ключ, по строительству атомных электростанций. В Украине этого не было никогда. У нас пошли другим путем. У Недашковского, бывшего руководителя Энергоатома, уже сейчас его уволили, я не был, правда, в кабинете, но многие люди говорят, что висел портрет Бандеры. Сами понимаете, наверное, со всеми вытекающими. Речь шла не только о топливе, о замещении топлива российского дизайна компании ТВЛ производства, но и других проектах, в том числе по замещению оборудования. Много говорили о кооперации с чешской «Шкода», хотя «Шкода» во многом принадлежит тоже россиянам, но они, по сути, занимаются производством оборудования примерно того же дизайна, если можно так выразиться, что использовались на советских станциях. Чего-то критического, вот такого, о чем бы говорили, что нечем заменить, такого нет, конечно же. Другое дело, что есть основания, серьезные основания, это еще было, правда, в предыдущем руководстве Энергоатома, что часть работ при произведении планово-предупредительных ремонтов, ППР, осуществлялись не совсем качественно. Есть соответствующие акты проверок со стороны комиссии на отдельных станциях, в частности, Запорожской станции. То есть просто ненадлежащим образом осуществляли ремонт и замену оборудования. Но, опять же, мы говорим о неядерной части. И исключительно. Вот эта проблема, да. И, наверное, за это должны отвечать соответствующие не чиновники, я не знаю, менеджеры, что ли. Правда, Недашковский уже ушел, с него уже, наверное, спроса не будет. Это все имело место, например, в прошедшем году по Запорожской станции. Поэтому вот с этим проблемы. Вот с надлежащим произведением регламентных работ.